Мои дорогие воины мои, гордость моя, поздравляю вас с наступающим, с праздником военных сил нашей страны, нашей Родины. Дорогие наши мужчины, защитники, отцы, братья, сыновья, спасибо вам большое за ваш труд. Мы здесь вас не подведем. Вся страна сейчас вместе с вами. Мы все в вас верим. Мы все вами дорожим. И хочется, чтобы вы знали и понимали, что мы вам безгранично благодарны. Мы о вас думаем, мы молимся, стараемся заботиться, поддержать, как кто каждый может. Я бы, наверное, обняла бы каждого мальчишку, мужчину, брата, отца. Посмотрела бы ему в глаза и сказала бы о том, как мы любим, как мы верим, как мы ждем, как мы надеемся и как мы хотим, чтобы они вернулись живыми. Я вас очень люблю, я вами горжусь. Вы наша сила и опора. Я вам желаю здоровья, счастья, радости и терпения. И мы вас очень ждем домой. Победа будет за нами, я в этом нисколько не сомневаюсь. Будьте, пожалуйста, живыми, здоровыми. Мы вас ждем. Верим в вас. Гордимся вами. Благодарим вас.